Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом пышечек чесночных. Они очень хорошо подходят к борщу, к любому первому блюду, ну и так, как любой перекус. Вот я их только что вытащила и хочу вам продемонстрировать, насколько они нежные, вкусные. Ой, горячие. Это очень вкусно. Давайте быстрее готовить. Готовится очень быстро. Всем приятного аппетита. Для начала ставим дрожжи. Дрожжей нужно совсем немножко. Вот чайная ложка и, ну, наверное, половинка чайной ложки. Дрожжей 50 грамм воды приблизительно. Ну, наверное, может быть, половина чайной ложечки сахара и столько же половины чайной ложечки муки. Все мы перемешиваем и оставляем приблизительно минут на 15-20. Если дрожжи хорошие, они подходят быстро. Молоко. Кружку молока 200 грамм. Разогрел в микроволновке до теплого состояния. Далее добавляю 2 столовых ложки сахара с горочкой, щепотку соли, 3 столовых ложки растительного масла. Перемешали все ингредиенты и начинаем вводить муку. Добавила 2 граненых стакана муки, предварительно просеяв их. Теперь добавляю наши дрожжи, которые у нас с вами подходили отдельно. Они уже начали пузыриться. Ну, вот этого уже достаточно. Опять все перемешиваем. Добавили еще 2,5 стакана муки. Обычных граненых стаканов. Я вот обычной вилкой все это перемешиваю. Вымесили тесто. Вот такое оно должно быть. Оно, конечно, будет липнуть к рукам. Но оно не совсем тугое, но и не совсем жидкое, как на оладье. Я его мешала только вилкой. Я руками туда не лазила. Все. Вот это все накрыли полотенцем, поставили в теплое место и оставили на час. Прошло 1,5 часа. Дрожжи мои, конечно, не очень свежие, поэтому пришлось не час их выстаивать, а 1,5 часа. Они должны вот так вот увеличиться в объеме. И что мы дальше делаем? Дальше мы делаем, мы мажем руки маслом, смазываем форму, в которой будет запекаться, и начинаем катать маленькие булочки. Прям вот маленькие, вот такие малюсенькие. Вот такие маленькие. Сформировали шарики как смогли. Вот у меня такие, может быть, они и страшненькие. И оставили минут на 10 на расстойку. Накрыла, чтобы не заветривалось тесто, накрыла обычным полотенцем. Выпекать будем на температуре, при температуре 180 градусов, минут 20-25. Прошло 10 минут, и мы смазываем наши пампушки желтком.
отправляем наши пампушки в духовку на температуру 180 градусов приблизительно на 20 минут. Да. А вот еще Кузя у нас тут лежит, который потом все это будет дегустировать. Кузя, скажи что-нибудь. Ты дегустировать будешь? Привет, Кузь. Можешь дегустировать? Ну все, да, я поняла. Да, ты ждешь дегустации. Молодец. Прошло 20 минут. И вот наши плюшки с вами вот такие красивые. Их нужно ножом желательно, как мы их с вами лепили, чуть-чуть разделить. Чуть-чуть разделить. Вот. Мы поделили. И теперь мы с вами берем и заливаем наши чесночные горячие смесью, маслом чеснок, масло с чесноком. Вот такая вкуснота. И отправляем буквально, ну, на 5 минут еще в духовку при температуре 180 градусов.